Ребят, всем привет! Сейчас быстро пробегусь по огороду, покажу, как обстоят дела у меня в моем хозяйстве. Так, начну с теплицы. Теплица у меня пустая. Там он растет немного перца. Это я тогда еще показывал, когда была связь у нас. Начал заготовку дров. Там он несколько кустов помидор посадил, растут потихоньку. Но жарко, без воды. Без воды было очень трудно. Так, самая главная задача у меня стояла — сохранить клубничку. Бегал тут и буквально клубнику поливал по стаканчику воды под кустик. Удалось сохранить. Но много ботвы пообсыхало, конечно. Большие повреждения были. Сейчас только начала клубника отходить. Начал отходить и начал цвести. В общем, ремонтантный сорт. Сейчас я не вспомню, как он называется. В общем, начали давать усы. И клубника пошла, и усы. Ну, сейчас главное мне размножить клубничку, чтобы рассадить ее побольше, плантацию сделать клубничную. Расскажу немного про цветок, вот это денежное дерево, как у нас в простонародье его называют. В общем, три таких дерева было. Хорошо, красиво цвели, все классно было. И, в общем, два из них совсем навсегда сдохло. Вот остался один, я за ним поухаживал. Немного вытащил. В общем, такое как знаковое для меня это дерево. Начало цвести, значит, все будет налаживаться. И в финансовом плане тоже. Цветет клубника, дает усы. Будем рассаживать. Сейчас покажу, какая клубничка. В общем, кушал клубнику и варенье ребенку закрыл немного. Вот такая крупная клубничка. По 30 грамм, 35, по-моему, грамм была такая самая. Вот она красненькая такая вот. Уже зрелая. Надо сорвать, скушать. А то портится. В общем, здесь клубничка цветет и пахнет. Здесь картошка. Ну, картошка такая. Воды не было, когда нужна была вода. Бурячок. Морковка. Там лук бы убрал. Там клубника дальше. Сейчас пойду с другой стороны, покажу клубнику ту. Первоначальный наш рассадник. Попробую клубничку. Клубника сейчас вкуснее, чем весной была. Так, это рассада клубники. Вот она у меня стаканах с закрытой корневой системой, как называется. Если я в чем-то ошибаюсь, ну там названиях, прошу меня не судить строго, потому что это первый сезон моей клубники. В общем, такие рассадные стаканчики обрастает корневая система. Здесь тоже рассаживать буду по максимуму. Ну не знаю, если что-то останется из рассады, буду продавать. Вот она. Клубника, которая уже второй год здесь растет на месте. Тут первый сорт этот ремонтантный. В общем, вкусная, хорошая клубничка. В общем, сохранил клубнику. И я этим доволен, что я ее смог сохранить, потому что у соседей у всех все посохло. Ну, кто чем занимался, просто я поливал, бегал со стаканчиком. Тут помидорчики. Чуть-чуть помидорчиков, чуть-чуть огурчиков. Картошка еще зелененькая. Чуть помидорчиков, чуть огурчиков. В принципе, все, да, что я хотел показать. Помидоры зреют, кушаем уже. Кушаем, кушаю. Тут ромашки кто-то посадил, не знаю, что они тут растут. Ну, и также бурячок и морковка. Картошку убирать надо, чтобы посадить здесь. Тепличка же будет у меня все-таки. В этой тепличке будет клубничка. Вот, так что вот такие вот дела. Такая вот у меня клубничка. Клубничкой доволен. Да, теплицей недоволен. Теплицей недоволен, потому что в теплице жарко. В теплице надо было поливать. Воды у нас совсем не было. Но и сейчас нет воды. В кране имею в виду. Но сейчас хоть в последнее время, хоть дожди у нас пошли. А так было засуха сильная. Было очень засуха сильная. Тут и дождевая, и ручейковая вода из леса. Ну так все потихоньку.
Все потихоньку движется вперед, все растет. Дай бог, все наладится. Все, ребята, всем спасибо за просмотр, всем спасибо за поддержку, всем спасибо за теплые слова. Давайте, всем пока, до встречи в новом видео.